Итак, доброго здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. Продолжаю проходить пак, состоящий из карт, созданные модмейкерами для Wolfenstein 3D. Так, это уже третий левел, третий уровень. Так, а где я нахожусь, собственно? Так. Эти фиолетовые стены, они меня напрягают немножко. Так, ну ладно, погнали, чё. Так, сразу троих. Так, дальше идем. Так, это я не пришел, я отсюда. Давайте теперь это крыло исследуем. Там большой проход, который я уже, наверное, пойду в него в последнюю очередь. Что у вас, твари? С обоих сторон выходят почему-то. Ну что за это бред? Одни стоят, не шевелятся, пока не зайдешь. Другие выходят со всех дверей. Странно. Так, давайте, наверное. Ага. Тут называется. Так, вот здесь еда. Если что. Ладно, пойдемте сейчас сюда сходим. Тут дверь с замочком. Ладно. Хрен тебе. А эти не выходят. Что интересно. Идите сюда, блин, дебилы. Так, это сколько я уже нашел?
перехода, да, там? Так, все, он тут один был. Опа. Идите сюда, ребята. Все, что ли? Тут один бедняжка стоял. Ох, ни хрена себе. Приплыл. Приплыл, так приплыл. Так, а что ж делать? Их там реально дохренища. Мне нужна амуниция. Причем приличное количество. Буду так. Что делать? Опа. 33 патрончика есть. Фух. Не так страшен, черт, как его малюют. Секретка. Вообще хорошо. Так. С жизнями у меня все хорошо вроде, а вот с патрончиками не очень. Так, где там была эта комната? А ну-ка, что у нас здесь еще? Все. Так, а тут еще и патрончиков много. Вообще ляпота. Сказка. Так, я надеюсь, это ключ от этой двери. Да. Понятно, они с обоих сторон, короче, прут. Хрен вам. Так, собачка, спать. Так, ну с автоматчиками, конечно, сложнее. Намного сложнее. Что ж вы, блин, со всех щелей прёте-то? Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Так где ты? Вижу. Надо еще глянуть. Что за этой дверью? Там может быть жизни патроны.
лишними точно не будут. Блин, жалко, что только 99 патронов. Вот было бы как в релоде 150. Вот это да. Так, все, остальное мне нафиг не надо. Я сокращу, вообще не вижу смысла собирать, честное слово. Так, ну, отлично. Идем дальше.